Первые три месяца стали спокойствием перед бурей. Будь я мудрым индийским вождем, возможно, я бы почувствовал приближение бури. Ты меня любишь? Ты беременна? Да. У нас будет второй ребенок! А нам-то что? Объясните, ну зачем вам еще один ребенок? Пьетро внесет равновесие. Почему, говорят, один ребенок плюс второй — это не двое детей, а 11? 11? Родители всегда одни, и никто им по-настоящему не поможет. Ай, клянусь богом, я прибью тебя! О чем это я? Решением всех проблем было одно. Джозефина. Джозефина любит детей. Дети ее обожают. Но у Джозефины есть только один недостаток. Ее не существует. Вместо нее приходит няня сомнительного происхождения. Я обожаю пап без бороды. Ты сможешь один день посидеть с ребенком? Мне нужен глоток воздуха. Ну и что ты сегодня делал? Я запустил посудомоечную машину. Это все видели. Ребенок – это отражение ваших эмоций. Он – это вы. Если ты ничего не натворишь, и мы будем вместе, то мы справимся. Скажи мне, что все будет хорошо. Все будет хорошо. У меня уже есть опыт работы няней. Мальчику было 16, и я помогла ему слезть с наркотиков.